качество. Мы же не можем сегодня наобещать людям, может быть, и не выполнить. Или взять и запланировать столько трат в этом бюджете. Это же бумажка, она все стерпит. А потом бумажка останется бумажкой, и цифры останутся просто цифрами. Вот это неправильно. Это мыльные пузыри, которые мы понадуваем, а потом сдуемся. Просто будьте реалистами. Я всех призываю быть здесь реалистами. Почему?